Привет! Сегодня покажу, как приготовить самые настоящие пирожки из детства, мамины пирожки, которые пекли еще мои бабушки. Теперь готовит моя мама. Ее я и попросила показать, как делать настоящие пироги. У нас с маком и яблоками. Вначале нужна опара. Для нее нам нужна мука 3 столовые ложки, пол-литра молока, щепотка соли, упаковка сухих дрожжей 7 грамм и 3 столовые ложки сахара. Молоко должно быть теплым. Я разогреваю его в микроволновке. В теплое молоко просеиваем 3 столовые ложки муки, кладем сахар, соль, дальше дрожжи, размешиваем и накрываем чистым полотенцем. Оставляем в теплом месте на минут 20-30. Оно должно начать бродить, увеличиться в объеме, появятся пузыри на поверхности. Дальше готовим основные ингредиенты. Мука 700-800 грамм, все зависит от муки. 200 миллилитров еще молока теплого. Одна небольшая столовая ложка сметаны, растопленное сливочное масло 1 столовая ложка, 1 столовая ложка масла растительного, яйцо и пакетик ванильного сахара. Опара готова. Просеиваем половину муки, выливаем в нее опару, дальше молоко, масло растительное, масло сливочное. Сметану, ванильный сахар, яйцо, просеиваем муку. Можно не всю сразу, нужно смотреть по консистенции теста. Подключаем руки. Тесто должно быть пышным, мягким и не прилипать к рукам. Подпыливаем хорошо мукой поверхность и выкладываем тесто. Его нужно вымесить минут 10. За это время тесто возьмет необходимое количество муки. Важно также не забить тесто. Вымешивать его нужно нежно, чтобы оно оставалось пышным. Подпыливаем мукой глубокую посуду и перекладываем туда готовое мягкое, ароматное, теплое тесто на отстойку. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой и отставляем в теплое место на часа 2. Оно должно увеличиться в 2-3 раза. За это время готовим начинку. У нас просто мелко нарезанные очищенные от кожуры яблоки и готовая маковая начинка. Может быть, начинка еще и с вареньем, или творог с апельсиновой цедрой, или вишни с корицей. Или, конечно же, не сладкая начинка. Посыпаем поверхность и скалку мукой. Выкладываем примерно треть теста. Раскатываем его высотой примерно в 1,5 сантиметра. И выдавливаем стаканом или чашкой кружки. Вот так. В середину каждого кружка кладем мак и мелко нарезанные яблоки. Защипываем края, выкладываем на противень с пергаментом швом вниз. Последний штрих
Смазываем пироги яйцом, чтобы они были глянцевыми и красивыми. И в разогретую до 170 градусов духовку на 50-60 минут. Смотрите на свою духовку. Верх и низ должны стать светло-коричневого цвета. Первые минут 40 духовку открывать нельзя. И вот они, мягкие, вкусные, пышные, как пух, нежные и очень ароматные мамины пирожки готовы. В детстве их расхватывали еще горячими. Такое блюдо долго не задерживалось. И, конечно, лучше всего к ним был стакан молока. Насладитесь невероятно вкусными пирожками из детства. Приятного аппетита! Спасибо за ваши лайки, берегите себя и своих близких, подписывайтесь на канал и давайте готовить вместе!